За зеленые насаждения, но уже другого рода. Северянин отправился на скамью подсудимых. Мурманские полицейские за употребление наркотиков задержали жителя Колы. Впоследствии сотрудники правоохранительных органов при обыске его квартиры обнаружили целую плантацию марихуаны. Палатка, установленная прямо в комнате, была переоборудована в мини-теплицу, оснащенную специальным освещением, обогревом и вентиляцией. Все для более эффективной культивации наркотического растения. В помещении полицейские обнаружили с десяток цветочных горшков с пророщенными кустами конопли. Впоследствии эксперты-криминалисты подтвердили, что изъятое у подозреваемого вещество является наркотическим средством растительного происхождения – каннабис, массой около 30 граммов. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 228 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное производство, хранение и распространение наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов». В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела также по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 231 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». В настоящее время подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.